На твой запах и сразу взахлёб курить. Опять показалось, опять обманулась. Перемешались города. Нас укрывают друг от друга. Нас укрывают друг от друга. А где-то люди ходят кругами такие. Одинаково разные, а здесь я такой непекайный черед. Только на красное небо течет облаками и носит тебя мигом полиса, и я становлюсь иной. И что я могу еще? Да, классная песня. Вот такое у нас это начало было. А теперь могу уже смело сказать доброе утро. Как ни странно, это опять программа «СМАК», на дворе суббота. Я рад вас приветствовать. И, как ни удивительно, мы опять будем готовить. И не сами себя, вместе с Цептором. Не просто вместе с Цептором, а на дивных плитах «Гефест», крупнейшего производителя отечественных кухонных плит, как керамических, так и газовых. В гостях у меня сегодня женская составляющая часть питерской команды «Ночные снайперы». Одну из этих молодых женщин зовут Диана, а вторую – Светлана. Прошу их приветствовать. Как раньше при советской власти спрашивали, ну ладно, поете вы хорошо, работаете вы где? Значит, что мы делать будем? Я буду резать редиску. Ну, во-первых, мы должны огласить, что мы сегодня готовим, потому что то, что ты будешь резать редиску, это еще не все. На самом деле, это холодный суп. Эстонский холодный суп. Так. Как раз сегодня очень жарко. Так. Кто-то, вероятно, может быть, даже вчера погорячился в этом смысле. Поэтому тот рецепт, который мы сегодня вам предложим, это идеальный... Оттяжный супчик. Оттяжный утренний супчик. Холодный супчик. Значит, что нам для этого понадобится? Помимо самого, так сказать, кефира, основного ингредиента, нужны овощи. Нужно отварить свеклу, предварительно очистить и отварить. И после этого сохранить сам отвар и никуда его не девать. О! Отлично. Это так должно выглядеть, вот да? Вот то, что нужно, да. Так. Отварчик остается, да? Ингредиенты мы уже один получили, даже два сразу в одном флаконе. Значит, ты у нас большой специалист по кромсанию. Приступай. Далее. Необходимо отварить картошку, естественно, отдельно от свеклы. Есть картошечка. Вот уже картошечка. Кстати, ее можно отваривать кто как привык, кто как хочет. Можно в мундире, а можно уже очищенную. Так. Она точно осталась? Вот, наверное. Так. А как ее резать? Вот вопрос. Тоже. Как Бог на душу положит. Как хочешь, так и... Хорошо. Так и режь. Из кулинарной книги. Порежьте свеклу, как Бог на душу положит. Да, хорошо. Ну, давай, кромсай. Надо резать огурцы, наверное. Да. Огурцы, да, это так. Прилипает, да, мелодия? Застревает на кухне. Застревает, застревает. Хорошо, да. Я так что-то сейчас ей болею. Обладает хорошей назойливостью. А где-то люди ходят кругами такие, одинаково разные, а здесь я такой непекайный через. Дорогу только на красное небо течет облаками и носит тебя мигом по лесу, я становлюсь иной. И что я могу еще? Мы недавно прыгали с парашютом. Сумасшедшая. Не, нормально. Не, хорошо. Нормально, хорошо. Вот.
ну, правда, в тандеме первый раз. Ага. С инструктором. Еще хочется. Ну да. И мы прыгали последними. Так. И когда я у него спросила, мы последними прыгаем, он говорит, никогда не говори последними, говори крайними. Ну так. Был хороший анекдот, когда группа первый раз идет на прыжок, и тренер говорит, так, лючок открыли, не бойтесь, не волнуйтесь, первый пошел, второй пошел, третий пошел, парашютики не забываем, четвертый пошел. Хорошо, да. Все, я все. Как это все? А картошка? Так. Давай, не расслабляйся. А я тоже все. Так. Пожалуйста, вот яйца, вот картошка. А яйца тоже надо бешено рубить, да? Ну, давайте, режьте. А вот как, кстати, картошку резать? Она вся рассыпается. А, не важно. А, вот пускай. Это же такой салатный вариант. Вот так и режь. Можно взять вот эту? Нет, мять не надо, потому что супчик будет мутный. А в нем должна все-таки какая-то ясность проглядывать, несмотря на кефир. Я думаю, что он по определению мутный. По целям и задачам. Так. Так, значит, что я забыла еще сказать? Я забыла сказать, что в этот суп необходимо будет порезать докторскую, очень свежую колбаску. Ну, это как в окрошку. Да. Да, да, да. Я так понимаю, поскольку вот все-таки приготовление его связано, да, вот режешь мелко, ножик острый. То есть, если с утра ручки дрожат, может получиться супчик с пальчиками. Поэтому человек прагматичный, он, конечно, сначала с вечера все нарежет. Заготовит. Потом же выпьет как следует. А утром достанет готовую эту штуку, зальет кефиром и уже как человек оттянет. Вообще, так, кстати, очень дельный совет. Очень странно, странно у нас получилось блюдо, потому что еще пока не получилось, но получается. Да. Вот представьте сами, мы два таких одуванчика, да, учим страну похмеляться. Потому что мы любим свою страну и знаем, чем она болеет. Понимаешь, давно живем. Вот так. Плиты Гефест. Готовить одно удовольствие. Яйцо пошло. Ну, тут я знала, как еще открывается. Мы возьмем бадью побольше, ничего. Хватило бы кефира. Я, кстати, хочу сказать, что кефирчика-то у меня не так много. Да, кстати, так. Ну ничего, из остатков можно сделать прекрасный салат. Во-первых, там же не только кефиром все это заливается, а еще... тогда все в порядке. Поэтому... Освежающая докторская колбаска, благодаря цепторской вакуумной упаковочке нового дизайна. Опа! Просто вот она еще утром бегала. Занюхать? Только ножки отрезали и... ручки приставили. Как-то так. У меня есть товарищ Юса Лешковский, давай, писатель. Он уже давно живет в Америке. Вот он приезжает сюда, он первым делом бежит покупать докторскую колбаску. Потому что это для него такие воспоминания, связанные с молодостью. Я его понимаю. Тоска там в Америке. Да ужас. Колбасы нет докторской. Да. Пить пакетиков заставляют все прятать. Да, вот там странная традиция. Почему-то нельзя распивать алкогольные напитки прямо на улице. Можно, но из мешочка. Ну, да, но скрывать это, ну это как-то неестественно. Лицемерное общество, ханжеское. Слышали, опять дочь президента Буша оштрафовали за то, что она в свои 19 лет покупала алкогольные напитки. Я подумал, у нас кого-нибудь попробуй оштрафовать в 19 лет за то, что он берет бутылку. Это же тема для журнала «Крокодил» будет. Кстати, а «Крокодил» выходит еще? Не знаю, но тема была бы. А, классно. Сообразить меня, в всяком случае. А сколько редиска резать, а? По совести. Тогда все. Главное в этом деле – хорошая плита. Плита Гефест. Готовить – одно удовольствие. Так, ты знаешь что? Ты давай зелень режь. Так, ага. О, угадал. Ура, бомба, заработала. Тест на сообразительность. Сейчас дело забацаться. А перец идет туда или не надо? Не, не надо, не надо. Это перец, на любителя. Я думаю, что придется брать кастрюльку побольше. Я сказала сразу. Размахнуться. Скажем, благо у нас есть на любой вкус от цептора. Вот эту возьмем кастрюлечку. Это. Вот это да. Ну, это по-людски. Это хорошо. Сейчас мы сюда. Так. Ну, вот никто так режет. А что? Во-первых, ты взяла очень большой нож. Надо поменьше. А такой, ну, я не хочу. А вы часто между собой скандалите вообще? Конечно.
А мы не скандалим. Ну да, грызетесь так. Мы сразу гоняемся. Последнее время мы встречаемся только в самолетах. А я думал, вы иногда репетируете. Ну, пока нет. Вот там и репетируем. В самолетах, да. Мы, кстати, как-то пели в самолете. Летим себе, летим. И подходит к нам человек. И говорит, девчонки, а вы ночной снайпер? Мы говорим, да. Он говорит, а мы летим. Ага. Он говорит, слабо спели. Два раза спели. Нет, не так. Была одна пикантная подробность. Я после этого возлюбила всех стюардесс. Потому что когда стюардесса узнала, к мне подошел, говорит, я вот решу все вопросы. Он к ней подошел и говорит, вот вы не против, если вот девочки споют? Угу. Она говорит, не, ну, нормально, все хорошо, только вот за аренду воздушного лайнера нехило бы заплатить. Вот. Ты идешь ко мне, ты песню мне поешь о плачущей луне. Я знаю секрет твоего мастерства. Твой голос дрожит, и так нежны слова. Уптау-дау-ду, 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 е. Панады-тады-тады, уптау-дау-ду, бам-ба. Уптау-дау-ду, уптау-дау-ду, е. Теперь, знаешь, мы можем сейчас уже как окончательно интеллигента выступить. Взять такую забытую вещь, как супница, которая, конечно, утром летним выносится на веранду, и все такие по-чеховски неторопливые, да-да-да. Ну, допустим, вот я сижу на веранде. Так, допустим. И мне не очень хорошо, хотя я делаю вид, конечно, что все хорошо. Тут две прекрасных нимфы появляются... Появляется с вот с этим нектаром, да. Значит, сначала она закрыта, так, потом... Так, прорепетируем. Да-да-да-да. Входи с лучезарным лицом. Ну, примерно так. Да. Ставишься, да. И наливаешь мне половину. Вот это. Ну, не надо вагонного официанта тоже не надо давать уже, понимаешь? Давайте поимпровизируем. Я даже не была, мне же интересно. Буквально половничек. Сюда мышцы была, да, вот писанка нет. Вообще интересно, да, что никакого пара не идет. Это эстонская загадка. Но. Знаете, почему не идет пара? Потому что он холодный. Хорошо. Ну что? Ну вот для полнейшего кайфа, знаешь, что сделал? Нет, не знаю. Я бы его уже готовый. Еще поставил в холодильничек. Остудить. Чтобы он был просто вот... Он же должен немножко настояться. А вообще весь чумовая. Я каждый день тебя в толпе ищу. Я подчиняю свою жизнь скрипичному ключу. Я снова хочу жить, и я включаю свет. Я выхожу под дождь сказать тебе привет. Оп-тау-дау-ду, бам-ба. Оп-тау-дау-ду. Оп-тау-дау-ду, е. Будет танцевать со мной. Я знаю, мы с тобой встретились недавно. Мы встретились с тобой, чтобы забыть покой. Чтобы забыть покой. Отлично. Приходит ночь, и ты ищешь ко мне. Пришли, если мне поешь, оплачу мне. Я знаю секрет твоего мастерства. Твой голос дрожит, так не жить слабо. Да, вас ждут презент. Вот вам такая дивная кастрюлька Цептер. Международные рецепты от Цептера Же. Очень хорошо, спасибо. А вот вам специально возить с собой на гастроли газовая плита наших друзей фирмы «Гефест». Очень хорошо, большое спасибо. Пожалуйста. Все. Супчик сейчас поменяю. Мама мило. Какая разница? Джама! Нет! Друзья мои, мы прощаемся с вами. Счастливо. До следующей субботы.